Дан старт третьей скачки. Призу президента Чеченской Республики. Трехлетние и старшего возраста лошади. Дистанция 2400 метров. Приняли очень кучно. Впереди пока португалец. Португалец тут же Асгалон. Тут же третьим Гаймер. Лидирующая группа идет очень кучно. Замыкает скачку второй номер Райгес. Участники скачки первый раз идут перед трибунами очень кучно. Пока они не усиливают пейс скачки, будет он на втором кругу. Впереди по-прежнему португалец, рядом с ним Асгалон. Португалец, Асгалон, Гаймер, очень кучно. Идут лошади. Замыкает скачку пока 16 номер Фантастик. Лай, Плей, португалец. Поехал Годрус. Участники входят в правый поворот. Португалец. Тут же седьмой номер Саратога Миссайл. Саратога Миссайл выходит на второе место. Годрус выходит на второе место. Захватывает португальца и возглавляет скачку. Годрус и португалец, можно сказать, идут в борьбе за первое место. Третьим седьмой номер Саратога Миссайл. На четвертом месте Гаймер. Тут же Асгалон. На пятом месте Ньюкорт. Замыкает скачку Фантастик Плей. Предпоследний первый номер Гласный. Скачку вновь повел португалец. Португалец. Тут же седьмой номер Саратога. И тут же Годрус. Лидирующая группа идет очень плотно. На четвертое место выходит четвертый номер Эстеблишет Гол. Скачка идет без изменений. В левом повороте впереди португалец в борьбе с Саратогой. Саратога Миссайл. Португалец вновь вышел вперед. Саратога второй. На третье место выходит Эстеблиш Гол. Четвертым Асгалон. Годрус отпал на пятое. Остальные растянулись. И выход на финишную прямую компанию выводит португалец. Португалец бровкой Асгалон. Тут же Саратога. По финишной прямой португалец. Португалец.